Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купринов Плей, и мы заканчиваем, судя по всему, с Резидентом совсем, потому что прошли мы абсолютно все. Ну, не прошли, посмотрели что-то из этого, потому что пройти это, ну, это же с ума можно сойдешь. Осталось у нас 55-й день рождения Джека. Сегодня день рождения Джека, но подарки ему не нужны. Ему нужна еда, так что накормите его как можно скорее. Это мы уже с вами читали, но теперь мы посмотрим загрузку, заставку, что-нибудь еще. Отлично! Начать вечеринку и выйти. Ну давайте начнем, раз уж так-то, что пришли-то. Мини-игра, в которой вам надо как можно быстрее доставить еду голодному Джеку. Гостевой домик 1. Испытательная зона. Это все мини-игра, да? Ну хорошо, давайте. 55, это-таки юбилей. 55. Джек прям ягодка опять. Принесите Джеку еду, накормите его. Чем быстрее вы накормите, тем выше будет ваш рейтинг. Убивайте врагов. Обратный отчет можно временно остановить, атакуя, убивая врагов. Убивайте врагов быстрее, чтобы сэкономить время. Взятые с собой предметы навыков улучшают ваши способности, но не набегая, иначе не хватит места для еды. Некоторые двери открываются только после того, как вы одолеете определенных врагов, так что находите таких врагов и убивайте. Объедините продукты, чтобы Джек быстрее насытился. Используйте это преимущество, чтобы быстро выполнить задание. Взяв лазерное оружие, вы в течение короткого времени сможете без труда взрывать врагов. Синий бластер каждый выстрел наносит огромный урон. Красный бластер обладает скоростью... Дай прочитать-то, алло! А, вот. Как играть? Сегодня 55-й день рождения Джека. Чтобы отпраздновать это событие, семья приготовила особое угощение, но ненасытный старик Джек требует еще. И тут появляетесь вы. Ищите вокруг еду и несите Джеку, чтобы утолить его голод. Правило. Там и сям припрятаны всякие вкусности. Собирайте... Я только... Заткнись там. Собирайте еду и несите Джеку. Чтобы покормить Джека, выберите еду в рюкзаке. Каждое кормление повышает показания счетчика сытости. Для победы доведите показания счетчика до максимального. Хорошо, у нас он там снизу почему-то Мия, сверху почему-то Джек. Ну хорошо, давай. Так, как играть? Хорошо. Здесь ничего не кормится. Так, а ты готов? Вот он, отлично, ты готов. Так, что такое Мия? А, Мия это я. Мия устроилась кухарочкой. Ну, нормалек вообще, что такое? Ты, наверное, тоже обожаешь специи? Их можно добавить во что угодно. В курятину, в говядину, да хоть в кашу. Но какими бы вкусными они ни были, нет смысла есть их самим по себе. К сожалению, ими не наешься. Окей, это типа такой намек. Папочка приходит в ярость, когда голоден. Пока не поздно, принеси ему что-нибудь поесть. Если быстро его накормишь, то получишь особую награду. Что касается наград, можно временно оставить отсчет времени, атакуя и одолевая врагов. В общем, быстро убивай врагов и получишь дополнительное время. А? Почему твоя таки останавливается отчет времени? Ну, просто все так устроено. Зоя. Ага, Зоя дает мне подсказки. Эта комната — начальная область. Как только ты ее покинешь, начнется обратный отчет. Перед уходом обязательно возьми яичко, оружие и навыки. Как будешь готов идти искать... А, иди искать еду для папочки. Поторопись, надо удовлетворить его голод, пока не поздно. Папочка приходит в ярость, когда голоден. Ты уж постарайся, ведь только ты можешь вернуть спокойствие. Нужно... Откнись там, батя, ёбля! Так, из ящика, говорит, возьми оружие и припасы. Из какого, бляха, ящика? А, вот я видел вот этот ящик, да? Окей. Ох, ни хрена себе, тут вообще нормас. Так, у меня, значит, есть пистолет. У меня есть нож. У меня есть дробовик. Пистолетные патроны раз, пистолетные патроны два, пистолетные патроны три. Гильзы для дробовика. Аптечка. Еще аптечка. Золотой бластер. Требуется ранг S на уровне главный дом. А что такое качество там в описании-то хуевое? Бесконечные припасы. Требуется ранг S на уровне... О, ясно. Тут, короче, надо чуть-чуть открывать. А мы, в принципе, больше взять ничего не можем. Ну, хорошо, отлично. Сейчас я вспомню, как все это передвигается. Значит, нож у нас будет... Не-не, подожди. Так, сверху нож, здесь пистолет, здесь... Ладно, наверх нож. Целится так. Все, хорошо, я готов. Типа, да? Все, поехали. Начать. А, окей. Так, а где... А, блядь! Да ладно, сюда подошел. А что ты в маске-то? Во, приколюха. Да ладно, ебать, красавчик. Все, отлично. Так, это что такое, шампанское? А, в смысле, недостаточно места? Алло, алло, бляха-муха. Так, ну ладно. Там тоже кто-то есть. Давайте я в ящик что-нибудь сложу пока что. Думаю, патрончиков надо сложить. Да я думаю, давайте-ка я сложу. Аптечку пока, одни патрончики пока, еще одни патрончики, аптечку я сложил. Ну, в принципе, давай, окей.
Надо было еще и нож сложить, ну да ладно. Время-то идет, а Джек-то голодный. Так, хорошо, есть, есть. Типа за 14 минут... О, так, ладненько. Хе-хе-хе, музыка такая веселая. Да ладно, не бубни ты, ёпта, пей вино. Вот ты быстро жрешь, слышь? Хорош! Ладно, пойдем сюда. Бляха, ему нравится, я тебе отвечаю. Так, отлично, я просрал уже S. Хорошо, без проблем. А, специи. Так, специи нужно с чем-то объединять, я кого-то слышу. Конечно же. Так, ну-ка, пацаны, пацаны, ребята, до свидания, нахуй. Прощайте. А, так тут можно вернуться на рейтинг S-то. Отлично, почему бы нет? Так, закрыто. Ну, блин, вообще красава. Время останавливает... А, нет, все, уже на рейтинге не... Он останавливает время, но не возвращает его назад. Ну, хорошо. Сейчас я принесу, не ссы. Сейчас все будет норм вообще. Сейчас, красава. Так, у нас там в этом... В этой области что-то было. Пойдем посмотрим. Ага. Ох, как тут много. Ребят, вы такие красивые, симпатичные, веселые, в шлемах. Молодцы. Уйди нахуй. Прикольно, бляха. Так, это что? О, хавчик, отлично. Курятинка. Воу-воу-воу, дружище! Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Он меня почти ударил. Отлично, но я перезаряжался в это время. Другалек! Это время мне, пожалуйста, дай. Ты мертвый, нет? Так, я нашел курятинку, хорошо. Курятинка объединится со специями, и я получу себе какой-то обалденный вкус. Объединить. Окей. А еще можно объединить? Не, все. Ну, я так понимаю, Джек этим наестся, да? Блин, я так на рейтинг А должен пройти. По идее-то. Время-то идет. Ну ты же нажрешься одним блюдом, правильно, Джек? На-ка. А больше... А-а-а, сука, второй этаж еще есть. Так, ну ладно, хорошо. Слышь, слышь, слышу. Блин, шапка у тебя модная, чувак. Ты прям красавец, я тебе отвечаю. И третий этаж еще есть. Такой весел, блин. Оп, шампусик. Бляха, место кончилось, подожди. Давай я объединю шампусик. О, зачем? Давай я объединю шампусик с специями. Так пойдет, нет? Нельзя. Не ори там, ну. Так, перезарядочка как? Ага, на квадратик. Хорошо, я понял. Ну и как раз под бутылочку места хватит. Хорошо, возвращаемся назад. Блин, не, на А мы не уложимся. Ну, уложимся на Б. Я не ставлю себе задачи разблокировать какие-то закрытые секретные предметы, потому что мне, в принципе, насрать. Главное, накормить. Накормить папочку в конце-то концов. Да не ори, ну да, Джекуль, ну иду, ну в конце-то концов. У тебя сегодня праздник, я понимаю, тебе весело, хорошо, хочешь все быстрее. На, пожалуйста, без проблем. Еще, говорит, еще, да на, пожалуйста, не жалко мне. Так, что у меня там по этим-то? Дробовик, у меня сейчас патроны кончатся. Я думаю, надо было просто взять один дробовик, и все было замечательно. Ну-ка. Давай, давай, ту-ду-ду-ду-ду-ду, сейчас просрем. Просираем мы рейтинг А, протираем будет рейтинг Б. Но осталась, по идее, одна комната. Так, хорошо, ладненько, где тут еще? Опа! Что такое? Синий бластер, серьезно? Не надо меня бить, пацаны. Не надо. Так, отлично, а где еда-то? Синий бластер, это хорошо. Так, это что, специи были? О, блядь. Музыка такая веселая. О, хавчик. Да, так надо было сюда сразу добегать, да и брать все подряд. Отлично. Алло, 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 алло. А чё, куда пистолет-то делся? Блядь, он кончился, что ли? Уйди. Уйди. Что, еще живые, что ли? Так, ладненько. Ага, тебе еще. Ну ты не хочешь сюда подходить. Так, значит, тебя. Почему выбросить-то? Что за херня? Бляха, просираем. Так, ладно. Зачем ты взял бутылку-то, ну? А, это специи. Объединить друг с другом. Так, ладно. Использовать. Выкинуть. Да выкини, ну не надо. Мне все равно не успеваем. Так, значит, еда. Это тебя, тебя и тебя. Мы, по идее, объединили хорошо. Можно выкинуть. Почему это нельзя выкидывать в конце-то концов? Так, ну тебя я тоже выкину. Джек сейчас по-любому наестся.
Я понял, что недостаточно места. Мне, в принципе, не надо. Так, объединить. Ага. Так, аватрон для дробовика нет. Ну, хорошо, ладно. Ой, ребята. Ребята, вы откуда тут красавцы такие нарисовались? Ходят они в шапку, угорают. Ну, не надо, пацаны. Беги нахуй. Не будут с ними сражаться. Зачем он мне надо? На рейтинг Б мы все равно успеваем. Но если бы я знал место расположения всех этих едов и всех этих специй, то мы без проблем справились гораздо быстрее. Этих ребят, в принципе, быть не обязательно. Зачем? Они, конечно, останавливают время, но... Нахер это надо? Все, Джек, ты сейчас наешься, главное, не паникуй. Держи. О, плюс 200, и тут плюс 200. Вот! Ух, все, меня больше не влезет. Это хорошо. Молодец, Джек. Это Джеку пишут, молодец, не мне. Бонус времени плюс 2, а оставшееся время... Рейтинг Б! Ну ладно. Предмет навыка защита 1 и огневая мощь будут добавлены в ящик в этом режиме. А предметы навыка ясновидение. Ага. И чё? Музыка, конечно, козырная, здесь ничего не сделаешь. Прям вот как хочешь. Так, испытательная зона 1. Ну давайте посмотрим ее без проблем. Ну, это все ясно, все по-старенькому. Ну, блин, смотри, какая вкусняха лежит, а? Ну, ты раз отказался, вот сказал, вот просто посмотри на нее сейчас внимательно. Поставь на паузу, посмотри и скажи, ну, нет, я не буду это есть. Скажешь это мне, я тебе не поверю. Вот не поверю, ну, посмотри, какая, и запить тебе, и покусить, и что-то еще, и тарелка разбитая. Все как положено, все как в дорогих ресторанах, бля, необычная посуда, ебанутая еда. Зато денег берут, прямо обосраться. Давай, короче говоря. Ну, Джек голодный, загрузка, работай быстрее. Он же хочет жрать, а мы тут просто так хуйней страдаем. В конце так нельзя. Загрузка, быстрее давай, быстрее загрузка, сука. Так, 10 минут. Добро пожаловать в рай, добро пожаловать, Джек. 10 минут у меня почему-то. Что это, новенького что-то? Если постараешься, наград получишь навыки. Ну, хорошо, это мы читали. В принципе, ящик. Что у нас по ящику? Я думаю, нож нам сразу уже не нужен. Пистолет я возьму. К пистолету я возьму одни патроны. Дробовик я тоже возьму. К дробовику я возьму вот эти. И возьму 200... Ой, ясновидение позволяет видеть скрытые предметы. А как его использовать? Как... Подожди, как использовать ясновидение? Так же можно? Нет, как-то? Нет, оно просто так само по себе есть. Ну ладно. А как? Да похер, пошли. Окей! Окей! Испытательная зона — это там, где мы бились первый раз с огромным блевуном. Это было именно там. До свидания. Быстрее, быстрее. Так, это что такое? Закрытая дверь. Только после убийства некоторых монстров. Я понял. Я вижу скрытый предмет, там были. Вот это для чего ясновидение нужно. Замечательно. Так, тихо. Желтая дверь. Растяжек тут нет? Уйди отсюда, пожалуйста. Так, что, транквилизатор? Блять, не транквилизатор. Так, отлично. Объединение некоторых предметов дает дополнительный эффект. Это тебе. Какого монстра-то надо убить для желтой двери, я не пойму. Объединение некоторых предметов дает дополнительный эффект. Так, ага. Объединить с тобой. Красота! У меня есть, короче, винцо и огромнейшая кастрюля еды, которой Джек просто обожрется. Вот по-другому не дано. Другого быть не может. Потому что... Вот представь, ты сожрал кастрюлю еды. Ты такой сидишь, у тебя, блядь, живот сейчас лопнет, ты сожрал кастрюлю. Ты после этого будешь просить еще? Будешь, наверное, куда ты денешься? Так, ладно, держи. Плюс 270 всего-то. Чертовски вкусно, говорит, супер так держать. Ну, отлично, ладно. Пойдем найдем желтого монстра. Убьем его и... Работает, нет? Не, ну это, конечно, надо как бы выполнять это все, естественно, на джойстике. Так будет... О, синий монстр! До свидания. Живой еще, что ли, сука? Да ладно, патрончики кончились. Я понял. До свидания. Отлично, синяя дверь открыта. Замечательно. Так, тихо, мне нужны специи еще. Не-не, рано. Давай тихо объединим. Так, значит, это что, пивко? Пивко объединить с чем? С едой. Фруктовое пиво. Да ладно. Ну-ка, мы проверим, сколько разницы дает. Я не тороплюсь никуда, я хочу, в принципе, пройти. Мне сейчас не страшно, сколько тут чего он сожрет и какой рейтинг у меня будет. Это совершенно для этого. Смотри, обычный сколько дает? Плюс 80, а фруктовая? 180, хорош. Неплохо.
Мы нашли с вами синего монстра, и теперь мы должны, по идее, открыть синюю дверь. Только вот где она, я ее еще до сих пор не видел. Но я думаю, мы увидим. Где-то там на первом этаже еще... Воу-воу-воу! Дружище, не надо. Ну, бегай давай, Мия, что ж ты такая медленная? Но Джек хочет жрать. Так, синий бластер, хорошо. Синий бластер, это хорошо. Красный монстр, кто-то ко мне бежит, по-моему, только что. О, блядь, меня только что убили. Тихо-тихо-тихо-тихо. Действительно. А, блядь! Сдохни. Где там еще один? Отличненько. Бля, синий бластер мощь. А, у него 20 секунд, нихера себе. Ты слышишь музыку? Блядь, она просто качает прям. Так, 4 секунды. Ладно, бластер кончился, чувствую. О, бля, как стрелять. Хорошо. Возвращаемся. Возвращаемся срочно, 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 срочно. Кормить, 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 кормить. Ой, блядь, сколько чего всего валяется. Что у меня по месту? Так, значит, объединить с чем? О, я подруга! Ну откуда же ты взял? Да ёб! Да в смысле? Где мой дробовик? Бляха, меня сейчас убьют. Я понял, да-да-да, убивают. Не надо, дружище. Так, где моя большая аптечка? Использовать. Я просто не знаю, когда она используется. Так, значит, быстрее! Быстрее, да, бляха, инвентарить, твою мать. Объединить вот с этой херней. Сыр. Сыр с пивком. Нет, сыр с пивком не покатит, говорит Джек. Сыр с пивком я жрать не буду. Сыр с пивком жрите сами, это невкусно. Ну ладненько, почему невкусно? Правильно, сыр нужно объединять с вином. Здорово, чувак. Ты откуда тут взялся, блядь? Прощай, чувак. Дай, пожалуйста, пробегу. Не, ну смотри, вторая зона у нас идет немножко получше, просто потому что мы знаем, чего делать. До этого не было так понятно, как сейчас. И мы хрен пойми, как его кормить, чем его кормить, зачем его кормить. Так, товарищ Джек, пивка вам для разгоночки. Потом сырку и кастрюлю. О, 270, нормально. Бляха, ведь много хочет жрать. Очень сильно много хочет жрать. Я здесь серьезно говорю, он просто жрет и жрет, жрет и жрет, жрет и жрет. Сука, куда в него столько лезет? Ну хотя он, когда мы его били, ты помнишь, когда он был... Бляха, опять ты. Когда он был огромным боссом с одним здоровым глазом, которых было 18, он тоже просил жрать. Я говорит, хочу есть, я голоден, есть хочу, я голоден, я хочу есть. И мы ему давали есть, и он ел. Блядь, да вы откуда беретесь? Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да. Блядь, живой еще, да посмотри. А, нет, все, шапка упала. Блин, вот эти медленные, которые не медленные, а наземные, вот эти монстры, они самые опасные, они самые стрёмные, сука. Они самые беспредельные, они быстрые. На них хер успеешь. Так, чувак, здорово. Прощайте. Это все мне. Это все тебе. И зарядочка. Что еще? Блять, он встал, что ли, опять? Что за херня? Опа, синяя дверь. Хорошо. А, курятина не лезет. Как так-то? Секунду. Так, курятина, значит, тебя мы объединим с пивком. Тебя я объединю с пивком. И курятину я тоже возьму. О, замечательно. Осталось найти специи вообще зато... Бля, опять метод быстрый, медленный, хороший, наземный. И сюда. До свидосы. Да? Да, шапка пропала. Шапка пропадает, значит, все прошло. Прощайте. Где моя желтая дверь в конце-то концов? Ага. Прощайте. Бля, опять не лезет фруктовый салат, ты представляешь, нет? Почему? Так, что можно объединить? Объединить? Бляха, пивко не объединяется, что за херня? Может, это выкинуть можно? Ну-ка, секунду. Так, по аптечке. Ну, давай я использую аптечку еще одну. А все равно не влезет, все равно, понял, да. Все равно не влезет. Все, фрукты, фрукты, фрукты. Чтобы такое выкинуть-то, выкинуть. А, так перезарядимся, да и все. О, хорошая еда написано, представляешь? Хорошая еда, и хуй поспоришь. Так, вышли откуда? Пойдем сюда. О, а во как, смотри, на круговую. А я, кстати, желтого монстра не нашел, что за херня? Джек сейчас должен, в принципе, накормиться. Так, ешь. Ешь. Ага. Ешь. 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 Все, отлично. И опять на рейтинг Б. Ну ладно, Б так Б, почему бы нет? Какая разница, а, Б? Главное, что Джек... Ну-ка, подожди, хотел повернуть, показать, посмотреть на Джека. Главное, что Джека-то мы накормили, это основное. Он не будет злым, у него все будет хорошо. Так, ударная сила, быстрая перезарядка, отличненько. Все, давай мне в следующий этап, следующую комнатку, следующую локацию, так сказать. Главный дом один,
Бляха, тут столько локаций еще. Ну ладно, хорошо, поехали. Ой, он закрыт. Главный дом один. Блин, он так жрет. Принесите Джека. А сейчас с каждым разом, наверное, времени будет все меньше. Джек должен жрать все больше. Мы должны передвигаться быстрее. Носить огромными пачками, убивать тоже огромными пачками. И в конце концов, мы, наверное, не выиграем, потому что это сложно. Ну, по-любому это сложно. Если мы первый, второй, то он кое-как справ... Ну, как кое-как, не кое-как, конечно, а быстро, четко и уверенно. Но смотри-ка, у второго этапа было на... сколько там минут времени меньше. Очень долго они грузятся. Это, конечно, расстраивает. Хотелось, как бы, знаешь, набрать темп с первого этапа. То есть бежать, нести. Второй этап, бежать, нести. Третий этап, только ты уже только хочешь бежать. А в итоге тебе говорят, нет, подожди. Загрузочка. И ты сидишь такой, уже вроде и бежать, или не бежать. Идти, не идти, не нести, начинаешь себя заводить, вроде загрузка, вон, уже идет, и ты уже завелся, и она говорит, нет, чувак, подожди, я буду очень медленно ползти, я не загрузка, я, ебать, улитка, тем более, смотри, он там даже есть два глазика торчат, вот, в натуре улитка, блядь, какая-то. Ой, так, оказывается, мама готовит ужин, как выясняется, ингредиент отброс, если честно, для меня это шок, поверить только. Мне понадобится время, чтобы с этим смириться, мое любимое блюдо сделано из отбросов. Фу. Все, наверное, все любят торт, он такой восхитительный. Конечно, он и так очень вкусный, но можно добавить в него что-нибудь сладкое. Постой-ка, ты когда-нибудь видел взрывающийся торт? Умора! Наверное, вы согласны, что торт один из самых вкусных продуктов питания. Я его просто обожаю, хоть замуж за него готова. Это нам все Зойка пишет. А что, сразу, что ли? А, во, тихо. Значит, берем дробовичок. Берем пистолет. Гильза для дробовика. Ясновидение. Ну и, по идее, наверное, все, да? Можно, конечно, взять еще на всякий пожарный. Блин, а может не брать нас? Ладно, пригодится. Так, здорово. Эй, немедленно корми меня. Сейчас без проблем. Подожди, сейчас все будет хорошо. Так, туда я не пойду. Секундочку, где мой дробовик? Все, дробовик здесь. Туда можно пройти нельзя. Я пойду. Бляха, зеленая дверь. Сука, куда пойдем? На второй этаж, на первый. Какой сюда? Туда? Сюда пойдем, отлично. Блин, а где там мать готовит ужин-то? Мать! Так, фиолетовый, сука. Тут можно пройти, не можно пройти, непонятно. Тут что-то лежит отличное. Что это такое? Аптечка. Не надо. Молодой человек, успокойтесь, у меня важная миссия. Я кормлю Джека. Если я не буду кормить Джека, Джек сожрет вас, ребята. Я вам серьезно. Блять, фиолетовый монстр! Ты где такой здоровый, того и все закрыто? А может это мать фиолетовый монстр? Кстати. Почему бы и нет? Типа она такая глава. Блять, он красный. Да тут все закрыто, Так нечестно. Когда все закрыто, я ничего не умею, ничего не понимаю. Спокойненько. Что такое? Да травы нахрен не сдались. Зеленый. Зеленый блевотный монстр. Вот это уже сложно. Поближе подходи, пожалуйста. Ой! Дружище, это нечестно. Тихо. Сука, заблевал, падла. Да ну нахуй, когда ты сдохнешь-то? Бляха, а в него ведь сильно надо попадать, то он зеленый. О, ебать. Отличненько, зеленый. Так, тихо. Трава, мурава. Блять, это что сейчас было? А, он же взрывается под конец. Отлично, используем. Зеленый открылась. Тут что такое? Блять, нахуй мне нужно, вот серьезно. Зачем мне нужны пистолетные патроны? Опа, охлаждается, нормально, хорошо, охлаждается. Да зачем я все это набираю? У меня же не хватит места. В конце так, у меня уже оно закончилось. Бляха-муха. Так, выбросить, да, аптечку я ставлю. Аптечка у меня все равно уже как бы есть. А ее вначале, кстати, по-моему, не давали нихрена, да? Так, трава не нужна пока. Что у меня по патронам? Два. Перезарядочка. Блин, тут сколько монстров-то надо убить? Не ори давай. Ща, Джек, я иду. Иду, несу, сейчас все будет, не ссы. Надо мать найти, блядь, фиолетовый монстр. Где фиолетовый монстр-то, алло? Блядь, ну серьезно? Тут нет фиолетового монстра, что за херня? Так, это спуск в этот...
Тихо-тихо, чувак. Не надо на меня там подниматься. Тут синий, там фиолетовый. Блять, его вообще кормить-то нечем. Чувак, здорово. А ты открываешься, нет? Хуй там. Ладно. Я не буду тратить дробовик, мне пока не нужно. Это пока бессмысленно и... пизду. Так, ладно, Джек, здорово. Да-да-да, ты только зря тратишь время. Ну что же я могу поделать-то? Я фиолетового монстра найти не могу, Джек. Опа, отлично, красный. Бля, зачем он мне нужен-то, ебаный свет? Ох, ну, давай. У меня же и так можно было сюда пройти. Ай-яй-яй-яй-яй, сколько патронов потратил, просто так патрон, да не ори. О, зеленый вот открыт, отлично. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, от него, как много всего! Джек, ты сейчас так нажрешься, я тебе серьезно говорю. Бля, нет, пистолет он мне не нужен. Так, отлично. Во, гильз дробовика нужный. Торт! Мать его! Ага, объединение некоторых подводов, да, дополнительных веток. Это каких? Не ори. Так, объединить с чем можно? С творожным кексом? Хорош. А если я со специями еще объединю, а уже нельзя, да? Так, объединить. Отличненько. Так, а теперь быстренько валим к Джеку. И кормим. Я еще не остановил. Блин, я до сих пор что на S успевал. А, все уже. Я до сих пор на S успевал. Я, кстати, классно все это делал, пока что. Так, значит, ешь. Бляха, ты смотри, какого много уже надо кормить, ну. Реально много. Так, пока тогда сюда сбегаем быстренько. Пока на второй этаж подниматься не надо. О, мать! Рот тебя ебать! Во, бля, вот это подстава сейчас, конечно. Тихо, тихо, тихо. Она умерла, что ли? Все, отлично, мать готовит вкусный ужин. Вот он для чего. Так, тут... Бля, Блин! Надо было взять сначала красный, а потом ебенить мать. Она же не нападала на меня сама-то. Все, ясно. Только, по-моему, красный отвечает немножко не за это. Так, а что такое, специи, хуецы? Все замечательно. Да не ори, не ори, не ори, батя, сейчас все будет заебись. Так, специи. Это что такое? Еще какие-то специи, хуй поймешь. Ну, я собираю все подряд, это сам, уай, сейчас будет мясо. Так, отлично. Зелененькое, это зачем? Оп, супец. Венец. Так, заходи, заходи, ребята. Прощай. Прощай. О, бля, место уже кончилось, смотри-ка. Будем объединять, хорошо, пока что будем так, значит, комбинировать со специями. Сахар. Значит, ладно, комбинировать. Бляха, ничего нельзя комбинировать. А-а-а! Выкинуть что-нибудь можно? Быстрее, секунду. Что-нибудь выкинуть, чтобы не вы-нибудь выкинуть. Нахуй вас вообще не нужны, у меня и дробовика полно предметов. Значит... Ладно, недостаточно места. Так, выход здесь есть? Здесь должен быть, да, здесь есть проход короткий. Нет, ну накормить-то мы его успеем, это в любом случае. Вопрос только в том, на какой уровень. Но, опять же, мы с тобой договорились, что мы не спешим. Не спешим и не запариваемся по поводу времени накормления Джека, потому что нам это, в принципе, не особо надо. Значит, ты держи супец сразу. Бля, как можно столько жрать? Ага. Так, ладненько. А, в принципе, сахар можно оставить. Подожди-ка. Сахар, это что? Пиво, пиво. Так, пей. Сахар я один оставлю. Все, остальное я ему потом дам. Че он? Он расстроился, что ли? Что было-то? Так, фиолетовый. Хорош, мы открыли себе фиолетовый проход. Так, что это такое? Блять, это специи, это не то. Во! Хавчик. Хавчик, хорошо. Так, ты идешь за мной, ты за мной не ходи пока что. Отлично. О, бля, ты здоровый, тихо. Не надо, дружище. Так, гильзы для дробовика возьми быстрее. Отлично, отлично, отлично. А, бля, сейчас ударит меня там сзади, падла. Пистолетные патроны мне не нужны. Да ладно, 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 дружище. Что-то мне не хватает по месту-то уже совсем. Бля, реально мне места не хватает. Но сейчас накормится в любом случае. Так, значит, что это такое? Фрукты объединить не с чем. Вино не объединяется. Да, ёптишь тебя. Не надо. Хорош, дружище. Так, он меня чуть не убил. Тот ко мне идет?
А нехуй ко мне ходить, тут занято. А, значит, сахар объединить. Специи. Вот, специи можно с супцом объединить. Потом. А, бляха. Сахар. И ведь не выбрасывается, посмотри, а. Так, ну-ка, перезаряди курятину. Да мне кажется, он так наестся, нет? Да должен, наверное, хватит ему по-любому. Ведь смотри, с каждым заходом становится все сложнее и сложнее. Враги все сильнее и сильнее, все опытнее и опытнее. Все жестче и жестче. Так, значит, ешь. Ага, ешь. 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 Сука, не хватает, ну ладно. О, да ему не нравится сыр, смотри. Он прям от этого сыра блюет, он прям говорит, не буду я его жрать, отстаньте от меня, никакого сыра нахер. Ишь ты какой, блядь, сыр ему не нравится. Может быть, он просто тухлый, там, с плесенью, с каким-то другим говном. Так, отлично, о, ну вот теперь точно хватит. Сейчас мы еще объединим специи вот с этой хуйней. А, пиво мы объединим не с чем. Да не, ну по-любому должно хватить, там осталось, смотри, он, головешка почти уже на финише. Головешка должна понравиться Джеку. В смысле наелся, не наелся, еще влезет в тебя, не боись. На. Пивка тебе и вот это. Серьезно? Ты, блядь, обнаглел, что ли, ну? Сучара. Я уже на С иду, что за херня? Не надо, чувак, не вылази. Ты зарядилась? Зарядилась, все хорошо. Блин, я же все ему принес, в чем проблема-то? Собака такая, а? А здесь красный нужен монстр. Бля, а, я его убил. Блин, ну я, главное, запомнил, остальное не важно. Так, отлично. Не дури. Вот это, короче, реакция, да? Не дуай, от вас важней! Бежим, бежим, бежи просто, бежи и все. Этого хватит, я не хочу больше. И он взлет слишком быстрый, блядь, на джойстике в него хер прицелишься. Надо очень быстро пипиркой этой работать, а эта пипирка, она так быстро не работает. А если поставить пипирку быстро работать, то вообще будешь ни в чем не попадать. Потому что пипирка постоянно куда-то будет уезжать не в ту сторону, и будешь стрелять мимо. Ну что это за херня? Пипирка вообще всю жизнь портит. Как-то глупо сказано. Ну ладно, так, а значит, ешь давай. Ну наконец. Обожрался он, блять, ну знаешь, сколько жрать, Джек. И это, представляешь, это все один день. То есть проходит какие-то секунды, он опять голодный, он переходит в другую. Он идет в другую комнату, тратит при этом энергию и голодеет. И опять хочет жрать. Стойкость, херойкость, короче говоря. Предметы все эти можно брать с собой, и, судя по всему, под конец вообще можно бегать без оружия. Тебя будут бить, херить, у тебя защиты, стойкости, всего подряд, и ты хрен что сделаешь, и все. Давайте на этом и закончим. В принципе, смысл этого понятен. Забавно, но не особо интересно, если честно. Бегать, собирать еду, возвращаться, кормить. Да, тут с каждым разом сильнее и сильнее появляются враги, с каждым разом все это сложнее, но, как бы, что-то мне кажется... Слабенько, конечно, очко было гораздо веселее и интереснее, чем это. Ну, в принципе, на этом все, потому что Резидент закончился, мы все DLC-шки, которые должны были выйти, вроде как прошли текущие. Может быть, конечно, выйдет что-то еще, но вроде не помню, что-то должно было выходить. Ссылка будет в описании под видео, подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки, всем до встречи в следующей, ну, либо серии, либо игрушки, я не знаю, все, всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.